У человека должна быть совесть. Если у человека не будет совесть, он не сможет жить. А сейчас очень много живут по такому принципу, что мне наплевать. Вот поэтому мы и дожили вот до такого, до этого. 600 метров от деревни будут карьеры делать. Вокруг это, я не ж поле, кругом карьеры, лес весь вырублен. Только вот один этот бор остался. Больше нигде нету вокруг, я не ж поле, такого бора. Вот поэтому мы вот вышли на защиту этого нашего бора. Понимаете, это равносильно тому, что вот да, это наш дом, мы живем там. Это равносильно, что ко мне в квартиру кто-то пришел, да, и в моей прихожей без моего разрешения, ну без согласия моего, так скажем, нам это неприятно всем местным жителям, нагадил там, да, и ушел, посчитал, что это так нужно, ему это так выгодно. У нас со стороны Кондопоги карьер взрывают. Со стороны Петрозаводска, где Тулгуба, карьер каменный. За нашей, за спиной, где деревня, железная дорога Октябрьская вот эта проходит. И у нас один единственный барок остался, вот этот Сунский. В 500 метрах от нас. Буквально. У нас в Карелии после ледника брать песка негде. Наталья Леонидовна, и мы на Так, мне говорить, да, сказать людям или вы? Да, я думаю, я с ним. Наталья Леонидовна, вот я хочу здесь как раз показать вам комиссия, которая будет, да? О, можно вас не? Я не вижу Наталью Леонидовну. А, показать вот именно нарушение в части природоохраны. И в частности, вот тут завалена осина с краснокнижными, часть выбрана и типа перенесена на спасательные работы. А вот здесь это вместе с краснокнижным брошено, то есть ее спасать не надо, она пусть умирает. Вот пойдемте, я вам покажу, чтобы это было не голословно, чтобы вы сами увидели, и люди могли сфотографировать, и я вам все покажу. Пойдемте. Да. А вот этот участок, это то, что они вырубили. Сейчас, уже. Где мы сейчас уже находимся с вами? Вот, вот я показала. Вот, да, мы видим, тут леса вот нет. Вот мы находимся здесь. Сейчас мы пройдем сюда, извините, недалеко, и я вам покажу вот типа осину с оставшимися талонами, которые уже умирают после спасательных работ. Бумаг много. Тут вот определение, что я террористская экстремистка. Вот битва за лес продолжается.
Жители Суны против вырубки леса. Свой бор не сдают. Оставьте нам наш лес. Хорошо. Ты только не говори товарищам, что я здесь, в деревне. Пусть они меня на бору ищут. Прокуратура у них сидит. Они ищут меня. Поэтому пришлось схитрить. Приехавший следователь. Ну. Что, так ты не насчет сказал? Этих самых. Ну. Я не сказал, что ты здесь. А он может заехать. Петровна, ты закрывайся. Закройся. Я сейчас уйду. Ну. Мне баню нужно, наверное. Ну, уходи. Уходи. Нечего ему делать. А то неудобно ж, когда наврали, значит. Здравствуйте. Здравствуйте. Не мучи ты его, зачем мучишь? Не надо мучить. Ой, я думала, нет. А вот тут глубоко уже, тут экскаватор копал. А, ты же экскаватор сейчас выкопал. Я сейчас зацеплюсь, вот. Во-во-во. Ты, штурман, что-то забыла свои обязанности. Чего? Вправо руля, влево руля. Ну, едь ты широко. Берег подвигай. Ну, в этом году что-то здесь быстро прихватило. Ну. Прошлый годак. О. Ну, видишь, как хорошо. О. Уже и замерзла. Давно ли выехала? А теперь нас еще выгоняют отсюда. Говорят, старикам тут делать нечего. Ну нечего, так что же. Я Федотову сказал, я говорю, вам только есть чего делать, а нам, конечно, что тут делать. О, как бабуся чешет. Так я вам дорогу топчу. Она дорогу нам топчет. А бабушка у нас. Я говорю, еще без скипидара бегаешь, да?
Вот за лето какую дорогу разместили. Ой. Тихонько, тихонько. Ты сама-то не спеши. Так, держись, держись, держись. Вот здесь были во время войны землянки. Вот тут две, и там дальше две. А вот здесь окопы. Вот тут, вот там окопы были. Вот это наш бор начинается. Какая тут деловая древесина, я не понимаю. О, все, молодняк. А там что за ленты? Ой, а откуда там ленты-то появились? О, смотри-ка. Это давно уже висят. Да я ходил, не было. Не было, повесили. А, это поселение первобытных отгородили. А, ну вот. Вот оно. Вот на чему. Все, вот мы пришли. Мы пришли. Вот здесь. Все, вот здесь. Идите сюда. Мы пришли. Поседы они или нет, кто бы мне объяснил. Вот. Чего такая, какая коряга лежит? Есть специалист. Василий Юрьевич Нешатаев. Давайте, Василий Юрьевич. Биологических хочу наук. Сказать, что он геоботаник. По специальности 03-0005 ботаника. Объясняйте. Преподаю в том числе лихинологию и охрану окружающей среды в двух университетах. Сразу объясняйте слова. Санкт-Петербургском государственном и в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете. Замечательно, мы с вами земляки. Так, так, что здесь? Вот это что, да? Здесь мы ничего не видим пока я что. Вот ну, лед я вижу, а вот лишайников не видно. Где не видим? Вон они. Где покажите. Вот это видит он. Он не видит. Вот это лед вообще. Так а почему он лед? Лед это? Вырез. Ну не надо, вы же ее нарушите совсем, сломаете. Да, ну, давайте отковыряем. Давайте отковыряем. Участка дерева. Так, ну это... Это было, вот да, здесь на этом дереве действительно были лишайники. Вот это, и это, их перенесли это за пределы. Вот этот за пределы. Господин да, Шутаев, за пределы. Да, он дал первоначальное заключение, что можно так сделать. Выпилить, перенести, и все будет хорошо. И поставить. И на основании его решения. Заключение, не заключение. Заключение. Нет, не моего заключения, а заключение скажу... Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета. Вы делали и ваша подпись. Я там, нет, нельзя. Почему вы неправильно говорите, потому что неправильно говорите, потому что это заключение было не мое личное, а Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, подпись который является. Подпись ректора стояла. Я скажу, утверждаю. Я скажу, печать. Я вам покажу сейчас печать. А внизу подпись моя чья? Подпись стояла, да. И разумеется. А кто выезжал сюда, как вы говорили? Я выезжал. Ага, так, стоп, секунду. Да. Скажите, пожалуйста, вот это что, только на одном дереве? Это нет, перешло? Было там 5, по-моему, деревьев или 4 дерева. Так. Вот, это все было перенесено. Это вот мы сейчас заходим так, за пределами зеленой площади. Вот, значит, было на скольких деревьях, вы говорите? На 4? Ой, то ли 5, то ли... Я точно сейчас не помню, но есть официальный документ. Есть официальный акт. Да, так, там все скажите, они пожалуйста, картированы. Что у нас с этими лишайниками? На территории только карьера только одни были. Говорят о том, что малые а площади, что? Другие это больше. Это за пределами карьеры. Подожди, ну что мы будем сейчас? Да, нет, будем спорить. Все замолчали. Я хочу понять, чтобы потом принимать какие-то решения. Что если кусок дерева с этими растениями выпилить и перенести в другое место, то они сохранятся. А другие говорят, что проблематично. Мы можем потерять эти краснокнижные растения. Какого рожна именно сюда? Вот во всей Карелии больше ничего не нашлось, чтобы этот карьер рыть? Да нас никто не накормит, поймите. Мы здесь живем в основном пенсионеры. А что у нас, пенсия большая? Так, мы идем куда-нибудь или тут? И туда идем. А там что? Там у нас палатка и тепло. Я вам покажу еще краснокнижник. Ой, нет, все, нет, больше все. Не пойду, никаких краснокнижников. Там люди у меня ждут. Что туда опять? Пенсионеры ждут так, вас. Что вы там рядышком? Нет, что вы старики, они хотят сказать вам. Рядышком, люди уже ждут. А вы не могли сюда поставить? Ну мы время теряем. Сколько идти? Я не понимаю. И ждут сейчас вас. Они хотят сказать вам. Ну а мы что, не поверим, мы вам поверили. Я понимаю, они сами запомнили, болит все. Плохо рядом такая история. Когда
чисто меркантильные вопросы, они стоят над экологическими и человеческими. Ну, кем хочется богатых инвесторов, которые налоги будут платить, а то, что люди будут страдать, ни у кого ни дела нет. Понимаете? Вот наш Василий Михайлович. Здравствуйте. Вот, который защищаем. Вот мы тут, да, вот здравствуйте. Вот аккуратнее только, потому что очень скользко. Будьте аккуратнее. Ну как дела? Нормально. Ты видишь, куда я ремень употребил? На них? А то прихожу, а Ваня говорит, дядя Вася, у меня все задрало, говорит. А ветер был, ой-ой-ой. У меня есть веревка, она же что, потом унесем, да и все. Так-то, да, ну. Если нас, как говорится, выселят отсюда. Не выселят. Да что-то мне сон снился, что Путин подписал указ. Что разрешают нам здесь жить наш. Нормально. О, у нас. Не правильно. Восемьдесят четыре же тебе уже. Да, 84, ты сказал, что 85. Шутили. Не, 80. 36-го года. Значит, младше меня. А сколько тебе? 80. Ой. Ну, все, что-то. Так, ну что, тут дрова натаскать не надо? Не за 5, не за 10. Там натаскано, там только попилить, да и все. А здесь выпилить лес? Это же такие закрыть? Пойдут. Закрыть а дрова? Нет, прочего. Там натаскано, их распилить просто и все. А, распилить? Я в следующие выходные привезу эту пилу и там напилим опять. Да и... Я уже тут в ней березовых наломал, дежурил так. Ладно, Вер, пошли, все, хватит. Ну давайте. Пока. Ну давайте, счастливо. Когда придете? А я не знаю, может быть, во вторник приеду. А, бензин-то там есть. А я и привезу еще. Мы это договоримся. Ага. Ну давайте, отдыхайте. Так. Сейчас. Не.
Я думал, что нас обманет. Не, брат. Расколем. Ничего себе вырубили. Да. И вот лес так, хороший, весь лес туда завалили, в эту болотину. Представляете? Это же все надо быть. Здрасте. Вот наши их милые пенсионеры, которые... Посмотрите, Ниночке и Ване, сколько у нас лет. И ходит сюда наша хорошая. Нина Петровна. И мы все здесь защищаем. Вот мы здесь живем. Это Наталья Леонидовна. Закинула? Да, здравствуйте. Вот так вот, видите, как мы тут. В палатку заходите, кто хочет чаю. Кто чаю хочет, в палатку заходите. Гаглич, чаю хотите? Чаю хотите, в палатку заходите. Илья Георгиевич, чаю хотите? В палатку заходите, чаем напоим. Чаю хотите, чаю, да. Заходите в палатку. Заходите в палатку. Не знаю. Вот в лес. Что там, лабаря? Лабаря, да? Но мы ее нанесли на план. Куда вы нанесли? Вы ее не нанесли. Нанесли, когда дорогу проектировали, мы все лабаря. Ее ничего ее не нанесли. Она уже нанесли. Загибает. Ну, не, а что с ней будет-то? Василий Юрьевич, ну признайте, что вы сделали неправильно. С той стороны она. Признайте, что вы сделали неправильно. Все мы правильно сделали. Ну признайте, как человек-то. Международная практика. Какая международная практика? Ну вот у вас внутри, я же чувствую, вы все равно внутри думаете, что вы сделали неправильно. Ничего подобного. А теперь не можете себя, как унтер-офицерская жена высечь. Да? Все правильно мы сделали. Вот, все правильно. Понимаете? Надо... Дело же, понимаете, вы ставите свои личные интересы выше общественных. Понимаете? Мы жизнь свою ставим. Какие общественные? Какие общественные? Общественные — это песок, который нужен родине. У нас а ваш да, вы скажете, что в Карелии много песка. Это неправда. Я фотографирую? Это давайте. Же песок, песку родине. Я был в Кондопольске, и потом сказал о конторах. Это вот защитную дамбу они не тронули, потому что у нас здесь 6 болот. Да, 6 болот. Если они эту дамбу у нас уберут, у нас эти все 6 болот придутся в речку. А мы знаете, какую воду уже пьем? Нам газопровод провели, берега не закрепили. Сейчас трубы просели, это земля просела, и все там вот 5 километров, все в речку текут. И у нас река сразу стала зарастать. А если Федотов и эту дамбу уберет, держите. По 11 метров гору выкопать, он, во-первых, ничем уже не засыплет, как он говорит, чернозем он засыплет. А где он чернозем он возьмет? На 11 метров, на 8 гектаров. Где он возьмет столько земли? В жизни ему не засыпать, ему в эти болота не дадут засыпать. Понятно. Если здесь, опять же, ничего не делать, лес все равно упадет. Давайте сам так, у леса есть определенный возраст спелости, когда он падает. Нет, поэтому... Ну а что, а когда вот лес кончится, с чего будем брать деньги-то? Вот все продадим. К сожалению, об этом мы не думаем. Да. Как говорится, давайте все начнем торговать сникерсами. Но кто-то должен их производить. Тогда чуть-чуть повернем. Мы к вам повернемся. Да. Я всю жизнь боролась с человеком, мне это прекрасным плодом. Улыбайся. Попадаем? Так, в обратный путь, коллеги. Все теперь будут разбираться и фиксировать на бумагу. Они никак не понимают. Вот эту дамбу тронут, это 6 болот там будет в реке. Мы что, должны эту воду пить, да? Это мы воду эту пить? Нам уже газопровод сделал там. Да, газопровод накопал. Да. Рядом вот этот забор у нас, Винишколь.
Газопровод-то льет воду сюда. Ну, лес выберет, а песок-то куда? Весь заберут. Да песок им на дорогу не хватит. Они вот 150 кубов уже леса запихали. Про лес, про пиловщик говорят. На полгода песку. Где вон в Тулгубе песку хоть того больше? 150 кубов вот запихали сюда. Пиловочника. Бессовестные. Еще рот открывают. Идите, лисявны, и очищены всякие скверны. И спаси, блажи, души наша. Господи, благослови все мероприятия. Ну, начну, наверное, с вас тогда, Татьяна Петровна. Вот 24 мая 2011 года Министерством по природопользованию и экологии был проведен аукцион, по результатам которого зарегистрировано непосредственно перед проведением аукциона общество с ограниченной ответственностью «Сатурнстрой» приобрело право на получение лицензии на пользование участка недр Южно-Сорска. Мы не понимаем, почему власти игнорируют мнение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который в прямом эфире на пресс-конференции в декабре 2016 года прямо сказал, что добывать полезные ископаемые рядом с населенными пунктами недопустимо. Я все. Скажите, пожалуйста, а что вы готовы сделать для жителей, если вдруг ничего другого не придумают? Значит, организация готова трудоустроить жителей, имеющих образование... На два года. А? На два года. Ну, вот. Товарищ Федотов сказал, ни одного рабочего места здесь не будет. Товарищи мои, дорогие мои, вы вопрос задали, мы внимательно выслушали. Три раза повторять не надо, я попрошу. Для разработки карьеры требуются бульдозеристы, экскаваторщики и водители на перевоз машин. Ну, сторожа в крайнем случае на сутки. Как вот раз для все, пенсионного понимаете? Возраста. Поэтому я, работа. Можно я скажу? Да, не скажем так, основные ошибки были допущены органами государственной власти Республики Карелии, Министерством природных ресурсов, потому что был выбран объект и предложен компании объект, который затрагивает интересы местных жителей. Видимо, привыкли к тому, что люди безгласны, бесправны, и можно делать, можно принимать любые решения, не вникая в их нужды и заботы. Здесь так не получилось. Ни точку, ни восклицательный, ни вопросительный знак многоточие. Нам надо с этим поработать. И не надо друг друга, вот как бы это сказать, вот так вот... Кошмарить. Не надо. Давайте посмотрим, что там с нашим этим решальником случилось. Прижился, не прижился. Я в этом плохо понимаю, вы хорошо. У нас есть эксперт. Давайте посмотрим, потому что мы сейчас говорим, нет брита, нет стрижена. А мы не знаем, а где тут правда. Товарищ Федотов сказал нам, когда был и наслушан, 5 километров они будут отсыпать дороги. Вам карьера, дорогой товарищ, не хватит. Не хватит. Не хватит. И вот где они сейчас, я скажу, вот товарищ тоже говорит, осину они пихают. Они осину запихали ту, которую вырубили с лобарей, они туда запихали. А потом запихали 150 кубов деловой древесины, утопили в этом болоте. И сейчас вот это они глубина там, где они закопали, 14 метров болото, 14 метров. Там, вот когда была складная контора, утонул трактор. Его не могли вытащить. А они сейчас говорят, что мы по этим бревешкам будем 15 тоннами возить. Где правда? И вы, товарищ дорогой доктор, чего вы врете? Вот газета, вы написали, что... Вырубили это, распилили на пеньки и поставили вдоль дороги эту осину. И тут же пишите, что мы, партизаны, эти пеньки утащили. Как вам не стыдно? Вы доктор. Я ничего не писал. Чего я вам дам газету. Я не писал. Я вам дам газету. Все, там не же надо. Моя подпись стоит. Все. Я первый раз про не спорьте, не спорьте. Я первый раз про это. И вы, дорогой доктор, имея высшее образование, нам сказали, что я не писал ничего. Эту лобарию давно нас в Красной книге выкинуть. Это можно выкинуть и Львов. Это не и тигров, сказал. И все. Это сказал товарищ Крышин.
А также Олег... Это ваши слова, дорогой. И также Кузнецов сказал. Я этого не вот, я вот сейчас попомню товарища. Значит, что? Действительно, мы бьемся. Но если бы не было подписей нашей администрации под этим разрешением, этого бы не было. Наша администрация две подписи подставила. Местная администрация и районная. И отсюда все пошло. И мы нашли там убитого с этого, со Свердловской области. Люди приехали, нам благодарность сказали, что мы нашли отца. А вы сегодня видели, там сколько противогазов, там кости. Все, они хотят на костях поставить карьер. На костях вы хотите карьер поставить? Давайте дадим слово Гарри Чуйкову, член совета, руководителя штаба предпринимателей. Конечно, Наталья Ильична уже сказала, что надо все документы посмотреть, и не надо идти. Но я как бы, может быть, и в меру своего возраста, и так приходил. Вот я все пытался задаться, почему начали задавать вопрос о дороге, и куда пойдет этот человек. Тандем не несколько тысяч. Тандем маленький. Значит, ни на какие он там стратегические объекты не пойдет. Конечно, посмотрим. Если с 2011 года началась вот эта эпопея, а мы еще не знаем, когда начнет дорога строить. И будет эта дорога строить. Поэтому, поверьте, вот честно вам по своему опыту скажу, эта дорога вполне могла бы быть без строительства. Вот на мой взгляд, я уже не ошибаюсь. Спасибо вам большое. Чисто бизнес проект. Так вот, можно на одну чашу вышить бизнес-проект, на другую чашу быстрее. Экологический год. Мы так думаем, что у нас столько леса, мы можем его рубить. Давайте посмотрим. Гайдаров объявлен, что он с президентом объявлен. Год экологии. Две вещи, когда он встречался с нами, он сказал. Это вырубка леса и солнца. Да. Две вещи. Первое. Мы начали. Вот совет начался, который подзывает, а вот с этим подзывает. Так вот, если, я понимаю, там можно рубить, тогда какая-то стратегическая цель. Но люди бездорожные, мучились, да? Нету этой цели. Я понимаю, что Министерство природных ресурсов, вот это наша Карелия, да, наделала ошибок очень много. И признаваться она в этом, естественно, не собирается в своих ошибках. Хотя видит это. Краснокнижные они спасают, типа переносят, да? Стоянки первобытных людей спасают, переносят. Скоро нас будут переносить. Мы, как знаешь, это самое, пенсионеры, как чемодан без ручки. И нести неудобно, и бросить нельзя. Государство социальное же, типа, да? Вот и прут кое-как нас. Вот ведь... У нас лес этот заберут, мы как будем жить? На что мы будем жить? Это один вопрос. А второй вопрос, конечно, мы боремся. Здесь вырубят все. А наши дети, а наши внуки, а люди вообще дальше как будут жить? Мы сами себя губим. Мы глупые люди. Мы алчные, жадные люди, которым сейчас все это вырубить, съесть, пузо свои набить. Щеки вот такие, знаешь, где думают поуже, а где кушают пошире. Вот сейчас вот так, понимаешь? Посмотришь на них, у них тело из пиджаков прет, жир вываливается, сало из ушей течет. Блин, неприлично смотреть даже. Вот надо туда дальше дрова ложить. Ух ты, горячая.
не уйдем. Печки сложена. Она была в печке сложена, а печка была в сумке, которая у тебя стоит. А, ну тогда сумка туда. Да. Печка тоже рода не запустить. Да. А маленькая такая. Вместе с печкой. Ну, вот и все. И тот желтый был еще тоже в такой же сумочке. С водой пусть стоит, мы же уходим. Да. Подожди, сейчас.